Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Мы посмотрим на графики по биткоину, попытаемся предположить, что произойдет, посмотрим также на эфир, на Луна, и я расскажу вам много другой полезной информации. Биткоин выглядит так, что направляется к 42 тысячам, я предсказывал это несколько дней назад, посмотрим, сможем ли мы здесь удержаться. Если нет, то 39 тысяч – основной уровень поддержки. Подпишитесь на канал, где уже 71 тысяча подписчиков, поставьте лайк, и перейдем к техническому анализу по битку. Откроем графики. Это эфир. Давайте я сначала найду биткоин. Итак, на 4-часовом графике мы в зоне перепроданности. Это симметричный треугольник, который мы пробили вниз. Вот здесь находится основание треугольника, как я учу вас на своих криптокурсах. Здесь мы из него вышли и теперь сформировали восходящий клин, из которого также сейчас идем вниз. Мы держимся на уровне поддержки на 42 тысячах, и это очень важно, что мы удерживаемся, и думаю, еще будем там оставаться, потому что здесь очень большая поддержка, и объемы заходят, так что я ожидаю отскок от этого уровня. Стохастик в зоне перепроданности, сквиз моментом стремится к зеленой зоне, так что я открыл бы здесь лонг на этой поддержке, но с обязательным стопом ниже уровня поддержки. Так что будем заходить в лонг на текущих, мой стоп-лосс как раз под линией поддержки на 41 851, а тейк-профит выше на 44 тысячах. Это дает соотношение риск-прибыль 3,53, риск $576, потенциальная прибыль $2000, с десятым плечом $20 000 профит. Неплохая сделка, давайте посмотрим на часовом. Секунду. На часовом мы ниже уровня поддержки, немного отскочили, стохастик направлен вверх, тоже выглядит неплохо, так что да, я зайду в сделку. И если вы хотите торговать вместе со мной, в описании под видео есть необходимые ссылки, вы можете следить за моими сделками. Да, под видео ссылки, подпишитесь на канал, поставьте лайк, давайте наберем 1000 лайков на этом видео, прямо на смартфоне, далеко не надо ходить, подпишитесь на канал, где уже 71 тысяча подписчиков, нажмите Join, чтобы получить доступ к моим сделкам онлайн, сразу как только я захожу, подписка вам дает доступ к моим сделкам по крипте и акциям, вы все видите, и также ссылка на Bybit, если зарегистрируетесь по ссылке, можете получить бонус $4600, когда регистрируетесь и начинаете торговать, так что кликайте по ссылке и открывайте аккаунт. И также присоединяйтесь к моим курсам по криптотрейдингу, где уже учатся около 6000 студентов. В эти курсы также включены и боты. Но вернемся к сделке, я буду заходить в лонг, take profit ставлю на 44500, стоп лосс на 41 800. Зайду в лонг на своем аккаунте Bybit. У меня здесь сейчас подгрузится. У меня здесь $197 648. На $1500 уменьшился мой портфель вчера на падение битка. И у меня пол биткоина, который немного просел. У меня $100 200, и у меня открыта сделка по биткоину примерно на $5000 в минусе на 26%, $139. Я хочу добавить к этой сделке. Ставлю take profit 44 500 и стоп-лосс. Стоп-лосс на 41 800. Риск $213. Сделать можно 116. Но я добавляю к этой сделке еще $500. По текущей цене. Подтверждаем. Сделка добавлена. Сейчас ее объем $11000. Риск $294. Сделать можно $400. Потому что биткоин уже просел. Теперь давайте посмотрим, что там с эфиром. Эфир 3200. Посмотрим на 4-часовой. Ну, здесь ему есть еще куда падать. Основной уровень поддержки по эфиру находится на... здесь была первая поддержка, желтая линия, которой мы коснулись, 3189. И второй уровень поддержки на 3049. И я ожидаю, что эфир может прийти именно туда. Так что я открою лонг с уровня 3049. Стоп-лосс поставлю ниже, вот здесь. Стоп-лосс будет на 2700. Посмотрим, где тейк-профит. На этом уровне сопротивления на 3467. Это основное сопротивление. Да, тут вроде как ближе есть поддержка. Рисковая сделка, потому что если мы пробьем здесь, то можем уйти сильно ниже. Соотношение риск-прибыль, $100 могут сделать $400. С десятым плечом $4000. Открываем сделку по эфиру на уровне 3.45, стоп-лосс на 2.900 и take-profit на 3.400. Создадим ордер.
в лонг по эфиру, и вы просили меня проанализировать Луна, сделаем это через пару минут. Открываем на 3045 и 2900 стоп-лосс. Создаем лимитный ордер, 3045, $150 еще до этой цены, стоп-лосс 2900. Зайдем на $300 в эфир, эфириум QSDT. Лимитный ордер, сделка на $300. Цена 3045. Я думаю, что эфир туда в итоге придет. Завожу $300, с десятым плечом это чуть меньше одного эфира. Ордер создан. Стоп-лосс будет на 2948 и тейк-профит на 3400. 2948, тейк-профит. Еще раз посмотрим. $3400. Риск $77, потенциальная прибыль $284. Подтверждаем сделку. Готово. Ордер будет заполнен, когда цена дойдет до 3045. Ордер по биткоину также создан на $11000. Тейк-профит и стоп-лосс установлены. Давайте посмотрим на Луна, потому что многие спрашивали. Луна $94 стоит, было большое падение. Посмотрим, продолжается ли падение на 4-часовом. Мы находимся сейчас на уровне поддержки. На самом деле пробили ее, но недалеко ушли. Но рыночные условия не подталкивают монету к росту. Поддержка действительно очень сильная, но хорошего отскока не видно, это нехорошо. Сильная поддержка, но большого отскока нет. Больше похоже, что падение еще продолжится, несмотря на поддержку. Ну, вообще сложно сказать, может быть стоит зайти в лонг с очень коротким стоп-лоссом. Давайте попробуем. Зайдем здесь, стоп-лосс ниже уровня поддержки, тейк-профит на уровне сопротивления. Риск $6, сделать можно $11 за Луна. Открываем на $94, может быть, стоит немного опустить к этому уровню поддержки, и стоп-лосс будет чуть короче, потому что поддержка здесь очень сильная и быстро ее не пробьют. В общем, вот что я сделаю. Соотношение риск-прибыль 3,5, риск $3, сделать можно $12 за Луна. Открываемся на уровне 91, стоп-лосс на 88, цель по тейк-профит $104. Вот такие сделки у меня на Bybit, давайте их сохраним. Сделка по Луна, по биткоину и по эфиру. Ну и опять же, если вы хотите торговать вместе со мной, в описании под видео есть необходимые ссылки. Регистрируйтесь на Bybit и можете получить бонус $4600. Вам нужно завести на биржу Bitcoin, чтобы получить этот бонус. Это то, что происходит на рынке. А сейчас я покажу систему стейкинга MCRT, которую мы готовим. Смотрите, когда вы стейкаете токены, вы можете получать вознаграждение двумя способами. В токенах MCRT с большой годовой ставкой, а также в NFT. Разработчики сейчас этим занимаются, у нас отличная команда девелоперов. Так выглядит стейкинг на телефоне. А это несколько персонажей игры, которые сейчас в разработке. Такие вот рыцари. Вот еще персонаж, каждый из них очень тщательно проработан, детализирован, и они будут поставляться в виде NFT. Вы можете купить их и использовать в играх. Это будет абсолютно эпично. Этот друид тоже круто выглядит. Отличный контент разрабатывают наши студии. Это примеры оружия, которое будет использоваться в игре, и кастомизация. Также материалы, дерево, кость, тут разные. Вот еще несколько примеров дизайна. В общем, все очень хорошо выглядит. Вчера я купил много акций Coinbase на фондовом рынке. Это мой канал в Discord. И так выглядят мои сделки онлайн. Я рассказал вам, что я думаю о рынке и жду ваших мнений. Поговорили о Луна, потому что был запрос, и вы в комментариях также можете написать, какую монету проанализировать. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и присоединяйтесь к моей команде трейдеров на Bybit. Моя цель – сделать вас победителями в трейдинге. Если вы теряете, я тоже теряю. Мой рейтинг на Bybit падает. Моя цель – лучшая команда трейдеров на Bybit. Спасибо еще раз. С вами был Джеймс, криптогуру, и увидимся завтра.